приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутершоп, и я вас приветствую на нашем YouTube-канале. Сегодня решили снять видео по запросу от наших дорогих клиентов, уважаемых подписчиков, на электровелосипед от компании Сицибо, Сицибо Импульс. И поделимся в этом видео нашими впечатлениями, нашим мнением о этом прекрасном фэтбайке. Поехали! Ну что, друзья, компания Сицибо в этом году не перестает удивлять нас прекрасной своей техникой, большим, огромным ассортиментом, начиная от электросамокатов. Кто знает, если не знакомы, то можете по ссылке перейти на раздел тоже электросамокатов. Огромный ассортимент, это очень большая компания, которая производит большую разновидность разной электротехники. Соответственно, по велосипедам, если вы помните, предыдущее видео мы снимали с вами, делились своим впечатлением о электровелосипедах, сравнивали H1 Pro и H1 Pro Dual полноприводный. Ссылка, вы можете посмотреть под этим видео также на тот обзор. Ну а сегодня мы с вами будем катать, обкатывать и делиться своими впечатлениями и мнением о новинке Сицибо Импульс. Давайте с вами поговорим о его характеристиках данного электровелосипеда. У нас идет с вами 48-вольтовый, это вся линейка импульсов идет 48 вольт. Дальше у нас идет мотор-колесо. Мотор-колесо по заявлению производителя идет на 15 ампер-часов, он с 500 ватт, на 1000, дальше идет 1000 ватт, самая максимальная мощность, это уже идет съемка аккумулятора на 20 и 30 ампер-часов. Но опять же, да, то есть нужно нам с вами, вы все прекрасно, наверное, уже знаете, что если, чтобы посчитать мощность, да, там это мы умножаем вольтаж, умножаем на ампер-час контроллер, да, то есть если мы говорим с вами о контроллерах, которые идут на 48 вольтовых на 15 ампер-часов, то там идет контроллер на 22 ампер часа, то есть если вы умножите 48 на 22, это у нас выходит с вами там 1000 с небольшим, да, то есть по факту здесь, можно сказать, киловаттный мотор колесо. Если мы с вами говорим о емкости аккумулятора на 15, на 20 ампер и на 30 ампер часов, то там контроллер идет помощнее, он идет 28 ампер часов, соответственно, здесь можно сделать вывод о том, что на самом деле самый даже минимальный велосипед будет с мощностью больше киловатта. Кстати, по поводу двигателя хочется сказать отдельно то, что здесь у нас с вами по аббревиатуре, посмотрите, как сказал, что максимальную мощность мы с вами проговорили по мощности мотор-колеса. Здесь у нас с вами стоит гравировка, то есть, понятное дело, серийный номер его. Также он здесь указан, что 48 вольт и написано 250 ватт. По заявлению производителя мы этот мотор пока не вскрывали. Я надеюсь, что у нас будет отдельное видео. Попробуем как раз вскрыть, посмотреть, что там будет. Но это уже будет отдельная история. По заявлению производителя, здесь у нас стоит с вами редукторный двигатель, то есть редукторного формата. А редукторная история совсем немножко другая, мягко говоря, она отличается совершенно. Потому что тяговитость его, да, то есть и вот, как он подхватывает и как он тянет, намного отличается в сторону, скажем так, повышения, в отличие от обычного электродвигателя. В принципе, на нем покатал, скажу так, что скорость заслуживает внимания, хорошо тянет, отлично справляется с задачами. Что касаемо емкости аккумулятора, по факту здесь все импульсы взаимозаменяемые аккумуляторы. Аккумулятор у нас находится вот в этой части, здесь он скрыт решеткой визуально, такой с логотипом Сицибо. У нас ключи в комплекте, сейчас в данный момент он зафиксирован, то есть снять его не получится. Сейчас мы отключим питание. Здесь у нас в комплекте два ключа, поворачиваем ключ и спокойно вытаскиваем аккумулятор. Вот такой аккумулятор. Здесь у нас с вами стоит аббревиатура, 15 ампер-часов, 48 вольт. Что касаемо разъемов, да, то есть по аккумуляторам, разъемы что на 15, что на 20, на 30 ампер-часов, они одинаковы, поэтому можно смело сказать, что если вы возьмете, например, тот же самый, поставите сюда там, заходить пробег, вы купили себе на 15 ампер-часов, можете спокойно докупить отдельно аккумулятор на 20 или на 30 ампер-часов, просто поменять, проезжать будете больше. Ну, конечно, контроллер изначально у вас, если вы взяли 15-амперный, будет на 22 ампера,
Но опять же, при желании, там, в любое время, когда решите, можно приобрести отдельно контроллер, более мощность, да, с 28 ампер, поменять, поставить, это все меняется, ничего сложного, и будете уже, мощность будет больше, пробег будет больше. По заявлению производителя, максимальная скорость данных велосипедов составляет в районе 45-50 км в час, и пробег на одной зарядке до 60 км. Соответственно, если емкость аккумулятора будет максимальной, то там, по заявлению производителя, в пределах где-то 75-80, в пределах 80-90 км. Но опять же, да, мы пробег на одной зарядке не замеряли, поэтому пока исходим из всех данных, которые нам предоставила информация компания Сицибо. Давайте поговорим с вами о подвеске. Подвеска у нас отдельного внимания заслуживает, если честно. Свое впечатление скажу сразу, обратную связь. Мега комфортный, очень отличный, плавный. Мне прям очень зашел и понравился. Передняя у нас с вами идет подвеска телескопическая. Задняя у нас с вами стоит подвеска пружинного типа. Визуально она выглядит, ну, как в капсуле, да, и визуально кажется, как будто она там воздушно-масляная, но на самом деле там стоит пружина. Отрабатывает тоже великолепно, в принципе, подвеска. Комплектация — это последняя модификация на момент обзора. Версия вторая. В комплекте идет с крыльями. То есть полная комплектация. В комплекте идет у нас не быстрая, а стандартная зарядка 3 ампер часа. Ну, то есть, соответственно, если у вас 15 ампер часов аккумулятор, то по времени где-то в районе 5 часов, 5-6 часов будет полностью велосипед заряженный. Ну, а там уже от емкости аккумулятора, если 20, то в районе 7 часов. Если 30 ампер часов, то это в районе 9-10 часов. Что хочется сказать, на самом деле мне очень интересен этот байк, его способности и проходимости. Мы еще сделаем отдельный обзор, я думаю, на этот велосипед с хорошим тестом, где будем кататься. Но в этом видео не переключайтесь, обязательно мы еще покатаемся на этом фэтбайке и посмотрим, на что он способен. Что касаемо тормозов и колес, давайте поговорим, это отдельное внимание. То есть колеса у нас идут стандартные 20-дюймовые колеса, пневматические, надувные. Есть, в данном случае мы с вами смотрим и обзор делаем на спицевый формат колеса, но также компания Сицибо поставляет на литых колесах. Здесь сейчас видите фотографию, как выглядит на литых колесах. Здесь уже, конечно, вам выбирать, что вам больше нравится по визуальному эффекту. Если вам интересно мое мнение, то я вам скажу так, что оба велосипеда хороши. На лите я тоже катал, смотрел его, видел его вживую, да, то есть выглядит классно, здорово. Достаточно хорошо себя колеса ведут на пересеченной местности. Покрышки данные, они, я отнесу их, наверное, к категории универсальные, то есть они и не шоссейные, не сликовые, и не протекторные, то есть что-то такое, золотая середина, да. Пересеченка будет хорошо держать дорогу. Мы с вами сейчас покатаемся по корочке льда, скажем так, по снегу, посмотрим, как себя ведет. Но велосипед и данные колеса ведут себя очень хорошо. Что касаемо веса данного велосипеда, вес данной модели составляет 30 килограмм. Соответственно, если емкость аккумулятора будет побольше, то вес будет, соответственно, немножко вырастать, в зависимости от емкости аккумулятора. Друзья, для полного ознакомления по характеристикам данного электровелосипеда, вы сейчас на экране можете видеть подробные характеристики, также габариты его, нажмите паузу для ознакомления. А что касаемо рамы, рама по заявлению производителя сделана из авиационного алюминия с некоторыми элементами стальных вставок, где-то необходим для усиления. С точки зрения подъемности, да, сейчас попробую поднять. Ну, достаточно подъемно, скажу вам, не то, что там некоторые есть самокаты, которые весят там под 60 килограмм, неподъемные. Велосипед вполне подъемный, так что можете не переживать по этому поводу. Что хочется сказать по тормозам, посмотрите, это отдельное внимание, потому что они у нас с вами идут гидравлические и необычного формата, да, то есть как вот на ситикоках, наверное, или даже просто на самокатах, это, можно сказать, настоящие мотоциклетного формата тормоза, DOT 3, посмотрите, какие тормозные диски, посмотрите, какие, с какой... Какой толстый тормозной диск, и посмотрите на суппорт. Суппорт просто огромнейший. Колодки просто великолепно. Цепляет тормозная система, отрабатывает просто замечательно. Поэтому я приглашаю это затестировать в нашем магазине. Приезжайте, покатайтесь, сами поймете и сами все увидите.
тормоза просто топ, честно. Вот сколько катал разной техники, там самокаты, велосипеды. Ну, наверное, на сегодняшний день пока по велосипедам лучше тормозов в стоке не встречал. Есть, конечно, какие-то дополнительные, можно там приобрести и поставить, это не проблема. Но это за дополнительную, как говорится, плату, да. Здесь уже в стоке все идет. А в комплекте на каждый импульс у вас будут крылья стандартные. Все, крылья. Что спереди, что сзади. Визуально, по крайней мере, все закрывает. Думаю, что ничего лететь на спину не будет, на ноги. Но опять же, посмотрим. Это покажет все время. На самом деле, отличный велосипед. С великолепной подвеской. С отличным быстросъемным аккумулятором. То есть, с точки зрения куда-то передвигаться. Большие дистанции. Пожалуйста, докупили дополнительный аккумулятор. Сняли его. В рюкзак закинули, второй поставили, новый, поехали дальше, пробег в два раза больше. Подвеска есть, колеса пневматические, хорошие, цепкие, уверенный ход. Что еще надо? Нужно приобрести данный велосипед и покататься, либо просто даже приехать к нам на тест-драйв бесплатный, покатайтесь сами, посмотрите свои впечатления и поделитесь с нами. Ну что, друзья, давайте перейдем на систему управления, на освещение. И как покажу вам, как он включается. Смотрите, друзья. Здесь у нас с вами, как я сказал, вот ключ идет, да? То есть ключ сейчас мы повернули. Включили. Здесь у нас с вами находится слева направо блок подключения, переключения скоростей. Вот здесь у нас кнопка включения Power. Вот мы его включили. Дальше у нас с вами режим электронного переключения скоростей до 5-й скорости. Сейчас, кстати, мы в этом видео попробуем еще, когда будем кататься, как работает, есть ли здесь система Assistant Pass, если есть, то как она работает, потому что, честно, не проверял до этого, не знаю. Здесь у нас с вами сбоку находится кнопка включения основного питания. Обратите внимание на фару, давайте посмотрим. Фара достаточно, кстати, неплохо освещает. Также у нас третья кнопка, которая идет на блоке питания, это у нас с вами полностью управление системой бортового компьютера. Здесь мы с вами видим трип, пробег, одометр пробег, какую вы дистанцию проехали сейчас за поездку и максимальную скорость, на которую вы проехали свою дистанцию. Также вы видите здесь у нас с вами повторители индикации включения там света. Того же самого. Кстати, обратите внимание, что при включении и отключении света, вот сейчас в данный момент я свет включил на фару основную, дисплей у нас немножко стал потемнее. Отключаем фару, дисплей стал более ярче. Здесь мы с вами также видим индикацию зарядного устройства, спидометр и как и бортовой компьютер, система управления, как и ранее сказал. Здесь у нас с вами тумблер переключения, это включение поворотников. Поворотники у нас с вами идут только задние. Габариты, также стоп-сигнал и габариты. Электронный сигнал. По дисплею прошлись. И справа у нас с вами идет шимановская система скоростная. Это обычно формата как велосипедный, так как у нас 7 скоростей. Передняя большая звездочка и 7 маленьких звезд. Гибридный велосипед с точки зрения электро. И можно также крутить педалями. То есть сел аккумулятор, либо решили позаниматься спортом. Включили ноги, поработали спортом, позанимались. Большая горка, либо решили отдохнуть. Отключили, как говорится, убрали ножной формат, газ нажали, поехали. Давайте с вами по тормозам. Тормоз, ну, стандарт у нас правый, у нас тормоз передний, левый это задний. Газ у нас с вами стандартного мотоциклетного формата. Она не полностью идет на хват. Здесь передняя одна, скажем так, третья часть. Вот у нас гашетка. Опять же, друзья, много получаем обратной связи у людей, у кого мнение там переделать ручку газа. Я скажу свое сугубое мнение, учитывая, что там сколько ездил, катался, тестировал там ситикоки, электроскутеры, просто мототехнику, бензиновую мототехнику в конце концов. Мне ближе, на самом деле, с точки зрения мотоциклетного формата, как и на велосипеде, так и, соответственно, на мототехнике, на электроскутерах. Это более удобно. Лично для меня свое мнение вам выскажу. Кому-то нравится курковая часть, кому-то нравится там формата там курок, ну, либо переделать просто по другого формат, да, то есть это тоже мы можем сделать в нашем сервисном центре, пожалуйста, ну, проблем нету.
С точки зрения, вот мы тоже от клиентов получаем обратную связь, там кто-то переживает, там, например, что включил питание, да, там, и нечаянно нажал газ, поехал, он ударился обо что-то или сломал что-то, да, там, не подрасчитал, и соответственно, просит там перекинуть газ вот сюда, например, да, там, сделать курковую часть. Но давайте начнем с того, опять же, сугубо мое мнение, да, не навязываю вам его, просто делюсь с вами. Но это, во-первых, в первую очередь норма безопасности, да, то есть нужно изначально, когда технику начинаете приступать к эксплуатации, да, то есть, ну, если вы выкатываете, но пока не заводите его, не включаете, просто выкатили, после того, как вы уже сели на него и готовы к эксплуатации, да, заводите, нажали газ и поехали, правильно? Можно то же самое, в принципе, даже вот если вы курковую часть поставите, нажали газ нечаянно, там, покатили, если он у вас включен, газ нечаянно нажали, раз, он уехал, и, соответственно, небольшой получился конфуз какой-то, да. Поэтому, если вы, резюмируем, если вы хотите, чтобы это переделать газ, сделаем, не проблема. Но я советую, да, там, оставить такого формата, великолепный, отличный, удобный и классический формат. А тут смотрите сами. Что касаемо там, дополнительных каких-то опций, есть также возможность установки рулей. Руль у нас по посадке, да, давайте с вами посмотрим, как вот сейчас я присяду на него. Ну, скажу так, что мне, в принципе, достаточно комфортно на нем сидеть. Просто, опять же, ростовка у каждого человека, она разная, да, то есть и комфортно сидеть тоже по-разному. Можем сделать рули, поставить сюда с более высоким выносом. То есть будет кому-то, если это нужно, будет более комфортно. То есть рули такие у нас тоже есть в наличии, поэтому, если вам это необходимо, обращайтесь, уточняйте в ссылке внизу под описанием по телефонам у наших менеджеров. Сориентируем по стоимости, по установке, все это возможно установить. Кстати, фотографии руля, там, одного из вариантов, я вам к этому видео вот фотографию прикладываю, посмотрите. Поехали, покатаемся и посмотрим, на что способен данный велосипед. Погнали. Сейчас, друзья, хочу попробовать, посмотрите, есть ли здесь система PASS Assistant. О, есть, все, я поехал с первой скорости. Вот, смотрите, вот газ не нажимаю, вот рука моя. Кручу педали, все, он подхватил. Так, вторая. То же самое. На третий. Четвертый. И на пятый. В общем, на всех скоростях. На всех скоростях. Почему я сделал отдельно, скажем так, по каждой скорости я протестировал, потому что вот то же самое H1 Pro Dual от компании Sitsiba, полноприводный фэтбайк, как вы помните, я тоже снимал, кто смотрел. Там работает только на трех скоростях. На первых двух, насколько оно не, ну, система Assistant PASS не работает. Здесь с первой по пятую система PASS, она отрабатывает великолепно, сразу подхватывает. И велосипед, можно крутить педали и справляться. Вот, смотри, чуть-чуть, оп, все, подхватил, пошел. С точки зрения обратной связи вам по поводу крутить педали. Скажу так, что сопротивление оно есть, если сравнить с обычным классическим форматом велосипедного типа, педального формата. Тяжеловато, конечно, да, то есть, но можно. Поэтому с точки зрения силы аккумулятора и вам еще ехать дистанцию прилично, то покрутить педали можно. Спорт будет точно 10 из 10. Ну что, поехали, покатаемся на электротяге, посмотрим, на что он способен. Давайте попробуем с места. Ну так, друзья, вы видите, на самом деле, что мы заезжаем на пригорки, горки с места, тянет, отрабатывает великолепный, причем это самая минимальная емкость аккумулятора, самой минимальной мощностью. Контроллер, напомню, 22 ампера. Так, друзья, попробуем заехать на вот этот сугробчик. Нормально, вообще отлично. Мне понравилось.
Ну что, давайте с места по лестнице, с лестницы съедем и заедем, посмотрим. Я так думаю, что здесь вообще проблем не будет, но тем не менее протестируем. Подвеска вообще сказочная. Так, ну что, поехали, попробуем с места. Друзья, это вообще просто, знаете, вот когда нажимаешь газ на процентов на 5, и он у тебя просто залетает. Вот это та история на самом деле. Вот еле-еле просто соприкасаюсь. Запас газа еще чувствуется, что там более чем достаточно. Ну просто заезжаем, прям не чувствую вообще. На самом деле мощность по мне из велосипедов, наверное, за глаза хватает, отлично отрабатывает, поэтому рекомендую, приезжайте, покатайтесь сами, ощутите и поймете, что это такое. Мне очень понравился этот велосипед. Ну а что думаете вы? Оставьте свои комментарии, пожалуйста. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с Сицибо Импульсом, электровелосипед от компании Сицибо. Что могу сказать? Свою обратную связь. Мне велосипед очень понравился. Покатались, посмотрели, по характеристикам прошлись. Да? То есть на самом деле заслужит внимания. И я вас приглашаю к нам на тест-драйв, чтобы вы сами ощутили, сами попробовали, покатались и поняли для себя, насколько он прекрасный, этот велосипед. Сейчас, конечно, прохладно на улице, но тем не менее, можно ездить, можно покататься аккуратно. Поэтому жду вас у нас в нашем магазине на тест-драйве. Всегда рады. Магазин у нас находится территориально на метро 1905 года, от метро 200 метров, торговый центр «Электроника» на Пресне. Работаем каждый день без выходных. Очень много разной техники, новинок. Ну, а с вами был Станислав. Всем удачи. Пока-пока.